Всем привет! Сегодня я хочу начать видео про экспресс-уборку детской с немного необычной картинки до. Это убранная детская. Сейчас вы наблюдаете более или менее убранную детскую, главное чистый пол. Я думаю, что не пройдет где-то и пары дней, в худшем случае, наверное, день, когда придется как раз применять экспресс-уборку. Хочу ее провести с сыном. Он уже достаточно у меня большой, чтобы сам убирался, но, естественно, я ему буду помогать, потому что он убирает частями. То есть где-то там чуть-чуть убрался, потом пошел отвлекся. Но после того, как он отвлекся, он опять что-то другое разбросал. И, короче, уборка превращается в бесконечный момент. В будущем я, конечно, хочу прям вот выделить в конце дня, чтобы у него прям входило в обязанность полчаса перед, там, например, последним перекусом еды, он собирает игрушки. Не знаю, как это у нас приживется, хватит ли у меня нервов заставлять его это делать. В принципе, когда войдет в привычку, он уже должен как бы сам за этим следить. Вот, так что встретимся с вами через день или через два, посмотрим, что же, какой фронт работ предстоит для уборки. Ну что, прошло два дня примерно, и вот такая картина у нас опять. Сейчас я хочу начать уже собирать тут все. И у Тёмы будет три задания. Это, во-первых, убрать кубики. Во-вторых, убрать разбросанные фигурки животных. И, в-третьих, заправить постель. Поаккуратнее, по крайней мере, это сделать. Он, конечно, не в восторге. Но как-нибудь сработаемся. Он вообще хочет играть побыстрее. Я хочу успеть это за 25 минут. Это будет не только приборка игрушек, но и такая экспресс-уборка. Вторым шагом у нас будет быстренько пройтись по поверхностям, убрать пыль. И следующий этап – это пропылесосить. Вот, в принципе, и все. Я надеюсь, что мы уложимся в 25 минут. Комната не сильно запущена. Поэтому приступим. Сейчас я включу таймер. И приятного просмотра.
справились за 20 минут с приборкой поверхностей, игрушек. Относительно стал порядочек, но тут еще проблема, конечно, в том, что он играет же в процессе игры, поэтому некоторые вещи не нужно складывать. Я остановила таймер, он закончился на 20 минутах. Грубо говоря, у меня, наверное, минут 10 на все уйдет. В принципе, пыль протереть это очень быстро. На самых таких видных поверхностях. И потом уже будет пылесос. Пыль заняла 10 минут. Я вообще думала, что прибираться как-то у меня получится быстрее. Грубо говоря, уборка занимает минут 40. И при том, что комната не сильно захламлена, и я не генеральную уборку делаю. Я не представляю, как люди там за 10 минут убирают комнату. На этом, в общем-то, и все. Недолго будет, конечно, длиться наш порядок в детской. Ну и на этом хорошо. Вот такая небольшая у нас экспресс-уборочка, хоть она и заняла довольно продолжительное время. Но, по крайней мере, порядок этот сохранится хотя бы сутки, это я точно знаю. Так что всем спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз. Пока!